5 февраля, то есть сегодня, на сноубордиста сошла снежная лавина на курорте в Адлерском районе, в горах Сочи. Момент попал на видео. И можно заметить, как на одного из катавшихся сошла снежная лавина. Мужчине повезло, что его накрыло не таким большим слоем снега, а также он выставил руку, что позволило другим райдерам быстро его отыскать в снежной массе. После этого сноубордиста принялись откапывать. И можно будет посмотреть, я дам ссылку. Вообще, хорошо, его начали быстро откапывать. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.